Всем привет, с вами Комаров Виталий, и сегодня мне пришла посылочка с ультрафиолетовым клеем, плюс в комплекте к нему фонарь ультрафиолетовый. И этот фонарь, тьфу ты, этот клей, он типа того, ах, какой крепкий, и он все клеит. Вот я, значит, здесь приготовил стеклышки, так, вот это я наклею внахлёст, вот такие вот они толщиной. Посмотрим, какая это прочность будет. То есть я их наклею это самое. Внахлёст. Эту буду клеить встык и тут же попробую. А вот эту я где-то краем уха слышал, что ультрафиолетовый клей нужно выдерживать в течение 24 часов. Ну и, конечно, купюра сейчас мы проверим. 50-рублевая. Мы ее проверим фонариком. Будет она там что-то светиться или нет. Так, распечатываем. Китаец, ах, как все запаковал. Конечно. Всегда мечтаю найти начало скотча. О! Так, сейчас, наверное, звук приятный будет. Разрезать лучше. Вот так. Крышечка. Это здесь отворачивается. Там булькает. Это отворачивается, это наворачивается. Так, и сам фонарик. Вот такой вот фонарик. Он без батареек. Так, это нафиг. На батарейки сюда 2А ставится. Так, батарейки я купил в нашем магазине «Радуга» в Башмаково. Единственная хрень, которую я не купил на Алиэкспрессе. Посмотрим, будут ли они работать. Так. И это значит так, как батарейк стоит штука, а? Зверь. Это ставится так. Это ставится так. О. Бзым. Не понял. О, ну да, высвечивает. Вот я не знаю, на камеру видно или нет, как-то, как же это все показать то под каким углом. Да, вот эти вот ниточки все высвечивают с разного цвета. Ну, ультрафиолет слабенький, или батарейки слабые, или что-то не то. Так, ладно. Но почему-то с первого раза... О. Странный фонарик. То ли батарейки странные, то ли кто-то. Все. Блин, о. Что-то каким-то чудом это все включается. Так, ладно. Вот эту я сейчас склею, и она будет лежать у нас до завтра, 24 часа. Это склеим и попробуем. Ну, начнем сначала внахлёст, да? Значит, сначала надо открыть. Говорят, вонючий, страсть какой. И? О, как все сложно. Так, пипочку сразу срежем. Обама тут не срезается, почти что скалывается. О, до дырки дошел. Открываем пимпочку. Вот эту. Блин. Вот пассатижи надо было еще брать. Пассатижи. Обязательно надо брать пассатижи.
Попробуй ее открой, а? Фух. Штука вонючая. В сущности, не обязательно было срывать-то. Так, ладно. Накручиваем. Также есть спирток. Короче, промазываю. Все. Берем диск ватный. Так. Здесь мы протираем сверху все. Тихо, ты не падай. Вот, протерли. Крышечку закроем. Здесь стык протираем. Все должно быть обезжирено, чисто. Типа того, ну, не знаю. Сейчас будем учить все это дело тренировать. Так. Пробуем на этой. Так, вот мы на нее подули. И сейчас мы ее вот так вот наложим. Кладем. Выложим. Так, много наносить не будем. Стекло даже в камеру-то не видно. Так, прикладываем. И наш ультрафиолет. Пошел в дело. Нам что-то говорят, секунд 20, что ли, надо подержать. А? Подержим сколько смогем. Сейчас сказать, как-то он слабенько светит. Все-таки, мне кажется, батареечки-то дали мне не ахти. Ну, вот она уже не двигается. Блин, она уже держится. Говорят, что около минуты надо подержать. Интересно, я то с тем склеиваю? По-моему, я не то с тем склеиваю. Что-то я тут все перемешал. Да ладно. Ну что, она уже держится. Она уже не двигается. Вот такой вот. Я сейчас прям вот вижу круглое такое пятнышко. Клей абсолютно прозрачный. Все отлично. Склеил. Так, теперь вот эту стыковать как-то надо. Во. Эту мы склеим в стык. Как я понимаю, она сейчас газить поклеится. Ну и хрен с ней. Так, а как нам сделать? Ну, сделаем так. Стыкуем в стык. Ну, газете приклеится, я думаю, хрен с ней, да? Да, вот фонарик. Во. Фонарик что-то моргулис какой-то. Вот мы держим секунд 30. И вот это вот мы уже будем склеивать до завтра. Вот она сейчас газете приклеилась. Ей-богу. Да, сущность уже склеилась. Сейчас мы подольше подержим. Вот обе их. Кусочек стекла, наверное, светится. Эй, где ты, вон он.
Так, ну и это мы склеим до завтра, да? Так понимаю. Говорят, что им даже можно заклеить трещины в стеклах. Здесь его 50 миллилитров этого клея. Он боится солнца, естественно, и тепла. Неохота, чтобы все это склеилось как-то. Какая-то пушинка здесь. Ну фиг не, пускай к газете приклеивается. Склеиваем, склеиваем, склеиваем. Во! О, он заработал. Что-то там с батарейками не то. Контакт не тот. Держу довольно-таки недолго, но он уже схватывается. Вот он уже почти что густеет. Но уже к газете все приклеилось. Так. Я клею первый раз эту хрень. Кстати, Башмаковский вестник. Это наша газета местная. Она, наверное, у всех есть. Местная газета, я имею в виду. Не то, что Башмаковский вестник. Поддержим так. Вот эту стекляшку я оставлю до завтра. И завтра мы ее испытаем. Конечно, подогнал я не очень. Но посмотрим, сейчас что будет. Я еще на него посвечу в течение дня. А завтра я уже сниму, как я его буду разламывать. Будет ли от этого прочность влиять или нет. Так. Посветим еще на эти. Ну и, конечно же, интересно, на разрыв какой-то все будет. Стекло сломается, не сломается. Пишите в комментариях, пока не досмотрели до конца, сломается стекло или нет. Свечу вроде уже довольно-таки долго. Интересно. Так, ну, поехали. Так, вот такой вот результат. Стекло сломалось, а это прилеплено. Так, а это что у нас? Может, еще посветим? Давай еще посветим. Прям-таки интересно. Пятно контакта буквально с 5-рублевой монету. Ну, стекло держит. Что интересно тут будет? Я в комментариях к этому клею, кстати, ссылочка на него будет в описании. Так толком и не определился, хороший он или плохой. Там кто ругает, кто что. Говорят, что этим клеем можно клеить прям без ультрафиолетового. Только на солнце надо долго держать. Солнце же у нас излучает ультрафиолет. Ну, на ультрафиолете он засыхает. Ну, говорят, держать долго надо. Так, ну что ж. Насветил я на него порядочно. Посмотрим, что получилось. Нет, вот здесь-то вот он сломался. Да. Так, давайте просто капнем и посмотрим вообще, что за хрень такая. Чтобы к нему прилепить, к этой капельке. Чтоб такой прилепить-то. Ну, давай вот эту вот фигню. Так вот, раз поднесем. Блять. Ага. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Все. Вот буквально в течение... Ну, нет, не все, не совсем, не совсем. Найти меня, иди сюда. Ну, ладно, хрен с тобой. Ну,
Ну, вот он так застывает. Что-то жирный такой остается. Не знаю, может быть, что-то не до конца. Но в стык он не особо так склеил. Я бы сказал, что я сломал все это дело без усилий. Посмотрим вот на эту штуку. В течение 2 дня я буду на нее подсвечивать. Посмотрим, что будет завтра. Завтра я уже видео, как говорится, где-нибудь выложу и сделаю ссылочку в описании на него. На это видео, как оно сломается. Может быть, оно у меня будет в контактах, может быть, в Инстаграме где-нибудь. Но оно будет обязательно. Ну, вот это, конечно, да. Вот 5-копеечная монета, и стекло сломалось, оно на месте. Это да. Клеит. Так, ну что ж, подписывайтесь на мой канал. У меня еще посылки какие-то идут, не помню уже какие. Каждую посылку, которую я получаю, я ее снимаю. Ну что ж, все, спасибо, до свидания. Отключаю камеру.